Радиатор основной, Subaru Legacy Outback. Это 2000 год, Subaru Legacy B4, объем двойка, механика. Такой вот радиатор есть у меня в наличии. Нужно сразу сказать, что вот, вот так давайте посмотрим. Вот здесь вот нижний левый угол, вот этот вот выход. И вот здесь вот в середине один выход, вот второй выход. Так, касательно заливной трубки, то вот она, заливная горловина, точнее, заливная горловина, вот она. Далее. Это от механики, здесь от трубок под автомат-коробку нету. Так, вот такой вот радиатор у меня есть в наличии, вам предстоит его только поставить, проверить. В случае неисправности вернуть обратно. Какой-либо 100% гарантии на его работоспособность нету. Нужно только методом тыка ставить, проверять и так далее. Такой вот у меня основной радиатор есть в наличии. Вам предстоит его только поставить, проверить. Этот радиатор был привезен ко мне из Литвы, Прибалтики. В Литве мы покупали целиком машину Subaru Legacy B4 объемом двойка механика. Эту машину там же разобрали. И потом все запчасти разобранные были отправлены ко мне сюда в Астану. В Астане мы находимся по адресу Аспандьяра Кенчина 5/5, магазин автозапчастей Audi Mart. Такой вот у нас есть радиатор основной на Subaru Legacy Outback. Объем двойка, механика, в кузове B4. Subaru Legacy Outback B4 кузов. В таком состоянии этот радиатор основной.